Назад. Более 300 спортсменов из разных уголков Брестской области в эти дни боролись за главные награды одного из престижных первенств региона. Брестский спринт объединяет в стенах дворца водных видов спорта всех тех, кто ведет здоровый образ жизни и постоянно трудится над развитием своих физических возможностей. Принимают участие спортсмены всей Брестской области, спортивных учреждений всей Брестской области. Барановичи, Пинск, Березы, Ивацевичи, Столин, Пружаны. В принципе, приезжих участников у нас 190 человек и общее количество участников 320. Баттерфляй, брас, плавание на спине – это только часть представленных на соревнованиях спортивных направлений. Каждый из участников долго и основательно готовился, чтобы сегодня продемонстрировать свои самые лучшие результаты. Разминаемся сначала на суше минут 20-25, потом в воде час, разминка соревновательная. Потом перед стартом разминаемся и плывем по-лучшему. В числе призеров традиционных спортивных стартов немало брещан. Созданная в городе материально-техническая база позволяет этим ребятам рационально строить свой тренировочный процесс и ставить настоящие рекорды. А это значит, что будут еще убрещены свои золотые рыбки, свои победители международных стартов и Олимпийских игр в таком красивом и непростом виде спорта, как плавание.